Субботин, Рома, в эфире. Давайте, ребята, отвлечемся от написанных историй и перейдем, так сказать, в реальный мир. Сегодня мы посмотрим 10 страшных видео, в которые невозможно поверить. Вы представляете себе, призраков сняли на настоящие видеокамеры наблюдения, телефоны и так далее. Поверите ли вы? Я не знаю, ребят, напишите в комментариях, верите ли вы в призраков в реальной жизни. Может быть, даже кто-то из вас видел. Лайк под видео, подписка на канал и поехали смотреть. Всем привет. Вы на канале Необъяснимое, и с вами я, Дмитрий Зайцев. Сегодня вы увидите 10 страшных видео, в которые невозможно поверить. Это что? Если вы любите мистику и все необъяснимое, обязательно подпишитесь на канал. Я вообще этот канал впервые вижу, на самом деле, Необъяснимое. Тут из вас, ребят, может подписан на него. Идите на колокольчик, чтобы не пропускать самых крутых роликов. Погнали. Что-то, ребята, интересно. Я это вообще впервые вижу, на самом деле. Это видео вышло недавно, буквально неделю назад. На первом видео молодая пара заметила, что их старый бабушкин шкаф живет своей жизнью. Это ТикТок какой-то? Из него молодой человек достал телефон и начал снимать. Вот что им удалось снять. Вау! Подожди, стоп. Там был чувак, который дверь открыл. Смотрите тут. Смотрите сюда. Нет, это фейк. Espérate, cálmate. ¿Hay alguien ahí? ¿Podemos ayudar? Necesita. Вот если бы открылась вторая дверь, и там бы никого не было, я бы, может быть, и поверил. Но там был от сей чувака, который открыл дверь. Эй! Dinos, se asomó alguien. Alúzame. Espérate, alúzame. What? No hay nada, mira, no hay nada. No sé. ¿Sabes qué? За руку его хватает. Vamos con los niños. Vámonos con los niños, yo creo, mira. Aquí no hay nada. Это клип, чтобы собрать лайков в ТикТоке. Я в это не верю. Это было неправдоподобно. Что это? Это чьи-то волосы? Ну это, ребята, какой-то чувак. Типа там была склейка. Ой, ну конечно. Смотрите, вот его глаза, два глаза, а вот рот, да, вы хотите сказать? Недавно на видео попал странный человек. Камера снимала издалека, и поэтому получилось немного нечетко. Да, конечно. Многие полагают, что в кадр попал путешественник во времени или какой-то дух. Почему все сверхъестественное снято вот в таком тупом качестве? Да, окей, издалека, ну хорошо, мы поверим. Смотрите, во что он одет. Это какая-то старая древняя треуголка и накидка. Этот человек вышел из стены и вошел в стену. Но скептики, как обычно, нашли этому объяснение. Странный вид человека объясняется тем, что это экскурсовод. А то, что он вышел из стены, то вполне возможно, что там есть какая-то дверь. Но, как по мне, все же невозможно. Не, там, скорее всего, дверь. Просто так сняли, как будто это все одна стена. На самом деле, там, скорее всего, дверь есть. Можно объяснить, калитка. Как он вошел в этот забор. На видео четко видно, как он прошел через фундамент ограждения. Все же хочется верить в сверхъестественное происхождение этого человека. А вы напишите... Блин, на самом деле, обычная шапка. В чем не такого, типа, треуголка? Но окей, есть люди, которые носят, типа, какие-то старую одежду, им это нравится. Пишите свое мнение в комментариях. Интересно знать, сколько нас, тех, кто верит в сверхъестественное. Ну это супер странное видео. Это видео снято под странным углом, типа так сказать. Вот здесь есть, на самом деле, проход, просто его камера не захватывает, потому что такая перспектива. Ну типа, ну поняли, о чем я. Ну конечно, да. Сквозь стену прошел. И одет тут нормально, типа просто плащ, какие-то сапоги, там треуголка, ну окей. Если это вообще треуголка, это просто обычная фуражка какая-то.
А следующее видео недавно вышло на канале Life of Luxury. Парни охотятся за паранормальным. Парням обратилась девушка, сказала, что ее сестра ведет себя странно после автокатастрофы. Ее голова и лицо были травмированы и замотаны в бинты, но она подозревает, что это не ее сестра. Либо с ее сестрой явно что-то не так. Блин, снимать такой контент — это просто гениально! Ну окей, если ее сестра и правда попала в аварию, конечно, мои соболезнования, но возможно, это постанова. Она стала вести себя неадекватно. Парни начали разбираться в произошедшем. Oh, shit. Они камеру под... Начали понимать, что что-то здесь... Подожди, они камеру под кровать подложили? Явно не так. What? What? Who are you talking to? Один из... Она просто бледная. Если это вообще она, мне вообще кажется, что это мужик какой-то. Следователь пошел проверить сестру, но услышал голоса в ее комнате. Минимум два голоса. Он опустился посмотреть, что же там происходит, и вот что из этого вышло. Ребята поставили камеры в каждой комнате и пошли спать, но то, что произошло дальше, повергло меня в настоящий ужас. Окей, она попала в аварию, и да, возможно, у нее какое-то психическое расстройство, но даже так невозможно себя вести при психическом расстройстве. Типа, ночью все равно все спят. Вот не может быть чувака, который, типа, знаете, ночью спит и просто сидит на кровати и, типа, кряхтит там. Ну, я с такой... Я много людей видел, но таких не видел. Это постанова, по-любому. Еще глаза светятся. Он съ... Она съела его? А почему они это не слышат? Типа, они так крепко спят? Слушайте, ну я бы ее запирал в комнате. Раз там такие записи. О, oh, no. Она бинты себе отрезала? Что? Подожди, что? Что? Ну это окей, 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 даже если это постанова, это выглядит крипово. Знаете, я бы с удовольствием смотрел такие видосы. Возможно, в будущем я их буду снимать. Ну, окей, это крипово выглядит, хорошо, я с этим согласен. Это страшное видео. Пошла. Чуваки, я думаю, что это парень. Это парень стопудово. Он двигается как парень. Это... Он не двигается как... Если это она, то она типа капец какая актриса. Почему дверь не была закрыта? Oh, no. Есть ее волосы? Фу. Че у нас есть? Она ее завербовала! Офигеть. Я просто поражаюсь этих американцев. Это очень весело. Окей, это весело. У нее еще рот открыт. Они что, в лес пошли? Что? Это кто еще? Это кто? Это кто? И чё, она исчезла просто?
На следующем ролике, мама. Вау, я, ребята, поражаю. Не, это интересно. Это будет классно. Заметить, что тарелка повела себя очень странно, и все этому точно неподдельно удивились. Хозяйка дома, где было записано это видео, поставила тарелку на стол и пошла делать еще какие-то дела. Но она неожиданно сдвинулась сама по себе. Один из мужчин, около которого произошло это событие, обратил на это внимание. И слушайте, а вот это не постанова, потому что там сидит бабушка. Сама женщина. Но не думаю, что они, знаете, это все постанова, типа. Когда возвращалась к столу, точно заметила что-то неладное. Довольно странное явление. Как вы считаете, это призрак или какой-то полтергейст? В любом случае... Ну, скорее всего, они захотели разыграть как-то, что ли, ниточкой там потянуть, типа, ну, не знаю. В случае какая-то неестественная сущность живет у них дома. Мужчина плохо спал по ночам, его что-то беспокоило. Опять качество просто 240p. При том, что сейчас существует уже 8К. Задумайтесь. И он решил установить камеру, посмотреть, что с ним происходит. Почему-то он думал, что у него апноэ. Целью видеозаписи было посмотреть, чаще он спит на спине или на боку. Но на видео попала какая-то ужасная тень. Вы только посмотрите, что происходит. Тень приблизилась к голове молодого человека, и от этого он проснулся. Он начал ворочаться, обеспокоенно себя вести, и проснулся. Тень исчезла. Это точно... Я где ничего не видел здесь? ...на какая-то темная сущность, но что именно, я пока сказать не могу. Смотри, реально. Но это вообще на какого-то кота похоже вдалеке. Либо какая-то типа вот штора просто. Похоже на какую-то штору просто, все. Размытую. На камеру видеонаблюдения одной из клиник попала паранормальная активность. Инвалидная коляска начала двигаться сама по себе. Также мы можем видеть, как в кустах что-то движется. Все происходящее заметил охранник и вышел на улицу. Он был так же удивлен, как и мы сейчас. Скептики сразу же предположили, что это какой-то розыгрыш. Но то, что охранник в этом не замешан, это 100%. Но вот что самое поразительное в этой ситуации, то что коляска, во-первых, поднялась по наклону вверх, затем ударилась в забор, сама развернулась и поехала дальше. Исходя из этого, мы можем определить, что если бы ее тащили на веревке, то колеса вряд ли бы сами разворачивались. Ну, скорее всего, просто на пульте управления. Ну, окей, это пранк, но он хорошо подготовлен был, так сказать. Ну, это, скорее всего, на пульте управления. Просто они как-то, типа, сделали, чтобы разыграть охранника, скорее всего, да. И завируситься в интернете. На очередном видео с камер наружного наблюдения мы можем заметить, как какая-то черная тень пронеслась с огромной скоростью. Это видео флэш. Было записано в 2019 году в Испании. Охранник, который заметил этот инцидент на видео, на следующий день показал начальнику службы безопасности, на что тот ответил, что это скорее всего порыв ветра или какое-то завихрение. Это похоже на какое-то вообще какие-то листья, скорее всего. Обратите внимание, с какой скоростью пролетела эта тень. Вы представляете, какой скорости должны быть порывы ветра, чтобы происходило тогда с водой? Но по воде мы видим, что ветер не такой уж и сильный. Ну, скорее всего, вообще какая-то кошка. То есть, ну, кошка может так быстро пробежать, скорее всего, чего-то испугалась просто. Ну, не знаю, ребят, я вообще во всем скептик. Если вы также ни во что не верите, то лайк. Лайк всегда... Честно говоря, по поводу этого случая мне на ум ничего не приходит. Может быть, вы подскажете, что это может быть. Кстати, мнения скептиков тоже приветствуются, потому что, возможно, этому есть научное объяснение. Это кошка или собака? Или крыса вообще? Я не знаю, на ком в масштабе это снято. Это похоже на какое-то животное просто. Многие из нас в детстве хоть когда-либо ощущали некое присутствие под кроватью. Следующее видео очередное тому доказательство. Какая-то черная субстанция. О, нет, я точно после этого спать не буду, потому что я в детстве вот типа во всю эту чушь верил. Ну типа под кроватью какой-то монстр.
Признаюсь честно, ребят, признаюсь. Да, начинает выползать из-под кровати. На графику это не очень похоже. Но если слушать скептиков, то они писали, что, скорее всего, для инсценировки этой ситуации автор видео положил под кровать какую-то химическую смесь, которая начала испускать этот черный дым, который явно тяжелее воздуха. Либо этот дом проклят, если верить любителям мистики. Такая озвучка просто! Я тебя люблю. Следующие кадры были сняты с борта Международной космической станции. Одной из камер установлены на корпусе. Кадры попали в сеть якобы из-за утечки. Один из сотрудников передал это видео какому-то знакомому. Слушайте, а я видел это по Discovery. Я видел это. Это какое-то, короче, явление. Это природное явление, по-моему. НАСА сразу же открестились от видео, сказав, что это монтаж. Но единственное, что мы знаем, что от нас точно что-то скрывают. И относятся эти кадры к этой ситуации или нет, судить я не могу на 100%. Оно просто исчезло и все. Но это, конечно, похоже на монтаж, но подобные явления есть. Они, короче, в горах происходят. Любители уфологии сразу же заметили в этом объекте известный спутник Черный Принц, который якобы многие тысячи лет летает вокруг Земли и издает неизвестные нам сигналы, которые также удалось снять с Международной космической станции. Самое интересное, что фото Черного Принца сразу же утекли в сеть. Черный Принц, ну, во-первых, вокруг нашей Земли, если вы не знали, летает огромное количество мусора земного. Разного размера. То есть и старые спутники, их просто миллион. Типа, помимо Черного Принца, еще миллионы спутников заброшенных летают вокруг Земли, если вы не знали, ребят. И НАСА признала их существование. Только да. С одной оговоркой, что, скорее всего, это часть тепловой обшивки шаттла. И знаете, что в этом самое крутое? То, что производители шаттла не могут на 100% утвердить, что это именно часть обшивки их детища. Что за Черный Принц? Я вообще впервые об этом слышу. Так что, исходя из этих кадров, возможно, мы увидели, как Черный Принц появляется на земной орбите. Из черной дыры, что ли? Какая черная дыра, реально. На видеокамеру охотников в тайге попал настоящий бес. Автор видео заметил его только после просмотра видеозаписи. На кадрах мы можем видеть, как мужчины едут на охоту, и справа между деревьями выглядывает какое-то лицо. Обратите внимание на внешний вид и рога. Очень жуткое зрелище. Чего? Я один опять там ничего не увидел. Что за дерьмо? Возможно, он преследовал их до места охоты. А возможно, это не бес, а какой-то лесной дух, леший или что-то. Это вообще какое-то дерево сгоревшее, вот типа третье. Что-то подобное. Кадры явно жуткие. Друзья, с вами был Дмитрий Зайцев, канал Необъяснимо. Обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать самых крутых видео. Всего доброго. Ну слушайте, ребят, ради справедливости, вот мне нравятся видосы, которые подбирает этот канал. Если вы хотите больше таких видео, которые мы посмотрим с этого канала, то ставьте лайки обязательно. Ну я не прощаюсь с вами, меня зовут Рома. Увидимся завтра на новом видео.